снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать нарисованного клона. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Like или TikTok, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Сначала зайдем в KineMaster, нажмем на плюсик, выберем размер 16:9, мультмедиа, все, и добавляем наше видео, которое мы сняли. Вот оно. Нажимаем на галочку. Теперь разрезаем в том месте, где вы хотите, чтобы был нарисованный клон. Я хочу, чтобы он появился вот здесь. Нажимаем на ножнички и разрезать. Разрезаем. Выделяем эту часть. Вот мы разрезали. Теперь мы выходим. Заходим в лайк. Нажимаем снимать видео. Добавляем наше видео. Продолжить. И налаживаем на наше видео вот такой вот эффект. Налаживаем на все видео. И сохраняем как частное. Нажимаем на галочку. Продолжить. Кто может видеть? Личное. И нажимаем пост. Подождем, пока наше видео загрузится. Вот наше видео сохранилось. Теперь мы обратно заходим в KineMaster. Листаем в самое начало, нажимаем слой, мультмедиа, все, и добавляем наше видео, которое мы сделали в лайке. Увеличиваем его до нужных размеров. Теперь разрезаем в том же самом месте и удаляем начальную часть. Нажимаем на галочку. Вот так у нас получается. Теперь мы выделяем вторую часть
И ищем смешивание. Нажимаем. Теперь нажимаем наложение. И подвигаем. Нажимаем наложение. И теперь немножечко увеличим наше видео. И подвинем в сторону. В ту, которую вам нравится. Я подвину вот сюда. Теперь нажимаем на галочку. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто. Если вам тоже все нравится, то сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. Пропустить. Подождем, пока наше видео экспортируется. Нажимаем на стрелочку и сохранить видео. Вот и все, наше видео сохранилось. И смотрим видео одного лайкера. Перед тем, как я начну монтировать, я хочу вам сказать, я купила многослойный клип. Ну что, а теперь погнали монтировать. Заходим в Video Star, нажимаем на плюсик, редактировать видео, видео и добавляем наше видео. Вот оно. Нажимаем сотворить видео. Теперь разрезаем в том месте, где у нас должен появиться нарисованный клон. Нажимаем редактировать. Быстрая сплит-сцена. Разбить, разбить. И я хочу разбить еще вот здесь. Редактировать. Быстрая сплит-сцена. Разбить, разбить. Теперь мы выделяем первую часть. Нажимаем действие перекроить клип. И выбираем эффект трон. Налаживаем, нажимаем быстрый эффект. Теперь снова нажимаем действие, перекроить клип. И выберем любой цвет. Можно выбрать красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой. Но я выберу голубой. Нажимаем быстрый эффект. Теперь делаем так со второй частью. Действие, перекроить клип. Добавляем эффект трон. Быстрый эффект, действие перекроить клип. И сейчас я хочу добавить красный цвет. Нажимаем быстрый эффект. Теперь выделяем одну часть. Нажимаем действие многослойный клип. Нажимаем на единичку, добавляем наше обычное видео. Нажимаем на двоечку. Выбираем наше видео, которое мы сделали. Вот оно. Теперь нажимаем зеркало и выбираем то, которое вам нравится. Я выберу вот это. Теперь нажимаем на кисточку и нажимаем Blend Begin. И теперь просто подвигаем наше видео. Вот и все. Ну, там у нас видно неровный переход, поэтому мы нажимаем зеркало и подстраиваем так, чтобы он был ровным. Ну, вот как-то так. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Если вам нравится, то нажимаем «Создать». Нажимаем «Да». И делаем так со второй частью. С красной нашей частью. Нажимаем «Действие», «Многослойный клип». Нажимаем на единичку, добавляем наше обычное видео. Теперь нажимаем на двоечку и добавляем наше готовое видео, которое мы сделали красным. Вот оно. Теперь нажимаем на кисточку и Blend Begin.
и Blend беги. Теперь нажимаем на стрелочку, нажимаем зеркало и выбираем зеркало, то, которое подходит сюда больше всего. Вау, получилось очень круто. Теперь нажимаем на крестик и нажимаем на стрелочку. И нажимаем сохранить в альбом. Все, наше видео сохранилось.